Сегодня приговором Челябинского областного суда Ильин был осужден по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации за совершение убийства несовершеннолетней, произошедшего в июле прошлого года в городе Сатка Челябинской области. По приговору суда Ильину было назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием из них первых 5 лет в тюрьме, остального наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев. Также приговором суда с Ильина в пользу потерпевших в счет возмещения компенсации морального вреда была взыскана сумма в размере 1 миллиона рублей. Ну, мнение о законности и обоснованности данного приговора стороной гособвинения прокуратуры Челябинской области и необходимости его дальнейшего обжалования будет принято после ознакомления с текстом данного приговора.